Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Снова всем привет. Ко мне попал на распаковочку очередной телефон Nokia. Это E52. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Приехало сам телефон, зарядное устройство, кабель. USB, наушники, диск OVI и Mano. Так, вот он сам телефончик. Сам телефончик, значит, черного цвета. Тикай. Хороший. Люфтов нигде не замечено, щелей нема. Кнопочки. Да. Так. Тут у нас заклеено, чтобы не включался по дороге. Так. Вставляем. Включаем. Прожужжало жужжание у нас тут. Так. Телефончик включается. Посмотрим. Выставили нам сразу русский язык или придется выставлять самим? Так, пропустим. Ага, не выставили. Ну да ладно. Так, на звоночке его уже походу проверяли. Хай, тремо. Так, где нам? Заходим. Сетуп. Сеттинг, дженерал. Personal, Display, Standby, Language. Так, заходим. Ух ты, сколько здесь языков напихали. Магир, болгарский, румынский, русский, украинский, Deutsch, English. Так, поставим русский язык. Сейчас перезагрузится и будет у нас здесь русский язык. Русский язык будет. Так. Поглядим еще раз на внешний вид. Русские буквы есть, как видите. Все в порядке. Не какие-то там выжженные лазером или еще чем-то. То есть нормальные русские буквы. Так, включили. Ну, все нормально. Все работает. Так, проверим камеру. Камера здесь 3,2 мегапикселя. Так. Ну-ка. Нет. Доступна карта памяти. Ну ладно. Ничего страшного, мы и так посмотрим. Так, ну камера включается, работает нормально все. Снимочек сделаем. Так, куда я попал? Не то. А, снимать же с кнопкой надо. Чуть-чуть. Все, ну нормально все. Снимает хорошо, по крайней мере, так смотришь, ничего вроде на компьютере, я думаю, не хуже будет. Ну, конечно, 3,2 мегапикселя не 8 и не 13, но тоже неплохо. В общем, все работает, можно выключать телефончик. Все, обзор закончен, всем спасибо, пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.